Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина провела встречу с директором Одинцовской школы номер 12 Валентиной Холиной и заместителем начальника управления образования района Олегом Дмитриевым. На встрече обсудили организационные вопросы подготовки к празднованию 50-летнего юбилея образовательного учреждения и фронт запланированных работ. В него входят благоустройство прилегающих к школе территории и проведение необходимого ремонта в гардеробе и вестибюле первого этажа.